В семье Куликовых 3 ребенка. Тимофей из них первый, кто отправляется в лагерь. Он собирается хорошо отдохнуть и набраться новых впечатлений, чтобы потом поделиться ими с братьями. Я надеюсь, останутся хорошие впечатления, будут добрые вожатые, найду еще больше друзей. Надеюсь, мы станем отрядом дружной команды и запомним эти 3 недели на всю жизнь. Во вторую смену в лагерь «Горизонт», который находится в Клину, отправляются 52 ребенка. Их ждут 3 незабываемые недели, увлекательная программа и хорошее настроение. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».